Вы сами видели, что его нигде не было! Напишите, я перхоть или получите бан. Напишите, я перхоть или получите бан. Я перхоть. Он пишет, я перхоть. Пам-брам. Приветствую смотрящих. Всем привет, с вами разработчик. Здорово всем, ребята, и прямо сегодня мы пранканем очередного агростримера и жестко затроллим прямо у него на стриме. Ну, ребятки, если вы ждали эту рубрику, прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Как видите, я уже подготовился, создал, ребята, клан D58. Почему именно 58? Потому что у меня 58 лишних храма. Ну что же, а мы, ребята, переходим на стрим агростримера. Ой, ребята, вот он, это малышенька стримит. Стрим называется «Срочно покупаю Стинг Мимикрай». Посмотрите, он... Он за 133 тысячи продает свой вал, чтобы его кто-то купил, и чтобы он все купил Мимикрай. А сколько у него голдишки? У него 0.13 голдишки на балансе, он смешной. Реально, в стандоте, дядь. Просто лично отполировал своей беброчкой, дядь, поэтому ну, нормально. Давайте-ка мы прямо сейчас этому агростримеру кинем донатик! Ну а донат будет таким. Уважаемый игрок, я вижу, что вы хотите получить Мимикрай, и я вам в этом помогу. Заходите в лобби. А вот там-то, ребята, будет... сам контент. Ха! Все, мужики, кидаем ему донатик и давайте посмотрим на его реакции. Так, мужики, я только что ему кинул донат. Сейчас посмотрим на его реакцию. Я заберу этот Мимикрай. Ни у кого не будет Мимикрай, кроме Ситрухи. Ой! И, конечно, ребят, на этом моменте было бы вполне логичным спросить у меня, а где же я возьму Мимикрай? Ребята, ответ будет крайне прост. Я прямо сейчас зашел на аккаунт ТикТака, и у него есть Мимикрай. Поэтому, ребята, ТикТак в этом пранке мне поможет затроллить этого агростримера. Потому что именно с его аккаунта я выставлю этот Мимикрай на продажу. Переходим вперед в лобби к этому агростримеру. Ой, имбулечка, он ко мне зашел. Это, ребята, Ситроха, я думаю, вы все его знаете. Есть, братан, я зашел к нему в лобби. Добрый день. Вы в натуре разработчик? Могу бан дать. Бан. Если не верите. Так, ребятки, ну что же, я его только что пригласил в лобби. Посмотрите, что он пишет. Ты в натуре разработчик. Я говорю, могу бан дать, если не верите. Он сразу меня посылает и так далее. Докажи, что есть Мимикрай. Ща тебе докажу. Выставь на рынок. Заходи на рынок, ща поставлю за 700к. Заходи на рынок, ща поставлю за 700к. Смотрите, братва, смотрите, их всего вот один Мимикрай на рынке. Так, мужики, я ему сказал, что поставлю за 700к. Прямо сейчас захожу и выставляю за 700к на продажу. Главное не перепутать и не слить случайно дешевле, все. Выставляю. И теперь он по-любому поверит. Тем более ник такой же, все такое же, поэтому все отлично. Прокануть без... Так, ну что, теперь я обратно перехожу на мой аккаунт и обратно к нему в лобби. Теперь он верит, что у меня есть Мимикрай, и мы можем с ним играть дуэлечку. Так, все, я пишу. Ну что, убедился? Если я тебе выиграю, ты мне Мимикрай подаришь его, он пишет, а-ха-ха-ха-ха. Ну что, убедился? Я в шоке, нахрен. Так, ну что, давайте ему напишу, я в шоке. Я настоящий раз... Давайте напишу, раз-ра-бот... Чик. А если я выиграю, вы мне дадите... Пожалуйста, дайте мне... Если я выиграю, вы мне дадите его. Давайте я напишу так. Если ты меня выиграешь, я тебе дам Мимисрай. А если проиграешь, в рот. Я не беру в рот. Придется. А? Я выиграю всех. Все, пацаны, вперед с ними играть дуэлечку. Самое главное, он реально мне верит, что есть у меня Мимикрай. Так, самое главное, не вылети. И самое главное, я должен играть за КТ. Я тебя спокою, вонючий, ты гриб, ты усатый. Это дуэльный Мимикрай, почему забыл? Это кастомное лобби. Я поставил себе очень крутые настроечки, поставил себе чуть больше КП. Поставил себе, ребята, чуть больше. Ну, короче, чуть больше прыжки, чуть быстрее бег и так далее. Поэтому это точно будет весело. Пойду сейчас диглет, пойду его на разминке притю крыжу, реально. Просто, ребята, мы должны показать то, что мы с вами самые сильные в стендов 2, реально. То, что всякие разработчики, попуски вонючие, усатые, говнобесы. А вот у него
наоборот, я настройка самого лобби сделал так, что у него меньше хп, меньше денег, меньше оружия, меньше всего. Интересно, он это заметит или нет? Так, давайте ему напишу. Показать мимикрай. А мимикрай же нету! Я же играю сейчас на моем аккаунте. Показать мимикрай. Покажи, пожалуйста. Идите на Б. Покажи мимикрай. Он его нес в генезис. Идите на Б. Это реально разработчик. Идите на Б. Он хочет мне мимикрай показать. Покажи. Сейчас спрошу. Готовы? Покажи мне. Готовы, да. Да. Ой. Опа! Замочили на пососа. Идиот! Я придумал идею. Если меня спросят, где мимикрай, я скажу, что он на рынке, а применил я киргол. О, имба. Мимикрай, покажи! А, он агрис пишет, мимикрай, покажи. Иди на мид, покажу мимикрай. Иди на мид, покажу. Не, ну подожди. Он реально мне хочет подарить мимикрай. Боже, какой добрый. Так, почтенный, прямо сейчас мы идем на мид. Сейчас я ему покажу мой огромный мимикрай. Стой! Даже не думаю. Покажи. Давай, стой! Покажи мне край. Давайте я напишу. Готов? Ну да! Он пишет, ну да. Оп! Мимикрай на рынке! Алло, ты чё, забыл? Это настоящий разработчик, у него керамбит голд и мимикрай! Ну я думаю, керголд это тоже нормальный скин, чтобы он поверил в то, что этот аккаунт разработчика. Все, пишу, играем дуэль, алло! Натуре, играем дуэль, алло! Все, пацаны, погнали! Вначале мы должны притворяться таким разработчиком нубом, чтобы он немножко поверил в себя, чтобы он поверил в свои силы. Подожди, сейчас я его на изи заберу. На изи заберу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он по мне не попал. Набло. Еле меня забрал с пятой попытки. Давайте ему напишу. Го мид на М40. Такой вы бот. Пишет, ага, вы такой бот. Пишет, го мид на М40. Я сейчас возьму АВМ. Го мид на М40? А потом напишем, знаете, что я напишу? Ой, сори, перепутал. Я иду мид на М40. Ребята, сейчас выйдет с разработчиком. Боже, такой бот, он даже не умеет ходить нормально, реально. А! Смотрите, сейчас будет угар. Попал по нему? Да, сюда, просто батинка унес сюда, ребята. Я проиграл, блин, ну вот это я нубосос. Что за лапа, подожди, ты М40 писал, алло, что за лапа нахрен? Давайте еще раз. Давайте еще раз, гоу. Он пишет гоу. О, нормально, он согласен. Все, ребят, берем АВМ и погнали. Ты че? Все, сломали кабину нубососику. Счет изи. Алло, М40G! Он пишет, алло, М40G. Ой, я перепутал. Подожди, а где у меня лапа? Чё это нахуй? Смотрите. У меня игра зависла. А чё, у меня ничего нету? Так, ну что же, все, ребятки, я думаю, настало время играть. Так. Ой, я перепутал, пиздец. Тупоголовый! Давайте так, вначале мы палиться не будем. Я говорю, мы должны быть жесткими нубососами. Прям жесточайшими нубососами. Поехали. Ладно, я сейчас буду его с АКР-12 пушить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так иду. Просто смотри, спиной. Блин, я очень сильно боюсь, буду шахтить, потому что это дуэль на мимикрай, ребят. Если я побеждаю, он просто отдает мне свой мимикрай. Иду спиной к нему. Тихонько. А где он? Слева клоун. А, видели, он тут был. Давайте я ему спину так захожу спиной. Захожу спиной, он меня не видит. Все, я в ребрах. Буду осторожно чекать, буду чекать все. Хана, ну, чекайте, где иду. Я не фьюжу. Смотрите. Еле забрал меня. Чё такие, зипот, какой тупой, ребята. Просто представьте, как же это было бы смешно, если бы он по мне не попал. Нормально, счет 3-2, и в этом раунде... Вы такой сильный. Давайте-ка мы пойдем на М4-1, возьму М4-1, и давайте напишу. Гомит прикол покажу. Чё это за хрен, чё у меня 99 хп, одно броня? Гомит прикол покажу, подожди, а чё у меня? Так, ща будет ему жесткий прикол. Блин, у меня что-то катка лагает. Либо разработчик что-то нашамаял, хрен, у меня что-то лагает катка, го. Выходи, клоун. Он не знает, что я тут. Сейчас, знаете что, я поставлю нож, типа я без оружия. Рабанчик! Найс, починайсик. Лайкусик, подписочку, прожимаем.
Кидалу, кидалу! Он пишет кидалу, напишу. Все, играем на всю силу. Мне то вапэм, М110 беролю. Он кидалу, все, играем на всю силу. Он тупой, он меня кинул. Поехали, играем на всю силу. И, конечно же, как настоящий нубасос, я возьму, ребятки, М60! Почему у меня одна броня? А, он дым кинул? Мне кажется, ребра где-то может стоять. Просто так. Тактика под названием зажим. Смотри, он использует тактику пук. Что? Прикинь, я его сейчас замочу, будет угар. То через дым это как? Я вижу сквозь дым. Как через дым? Я забыл, у меня еще бесконечные патроны стоят. Я думаю, что патроны-то не заканчиваются. Я вижу сквозь щитами, падла маразматическая, упонюченное, конченое существо. Так, ну ладно, ребят, все. Я чуть сильно перестарался, уже счет 4-3. Вы не против? Против, тупой. Он пишет против, тупой. Ладно, вот туда ему задымлю. Нормально, 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 нормально. Я теперь буду каждый угол чекать. Ладно, все, ставлю под второй этаж. Тихо. А он опять дым кинул. Ребят, погнали. Бежит, 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 бежит. Все, под второй этаж поставил, ребят, сейчас на изи его заберу. А ты че, он сейчас будет дефузить, а я просто со второго этажа пикну, ля. Это тактика от Ситра. Блин, только не видишь, что я раздефаю? Забрал меня, ну забрал. Ну ладно, ребят. Изи. Я смотрю, там потеть, кричит что-то. На стриме он пишет, что-то изи. Напишу. Давайте на миду на ножах. Давай. Ребята, сейчас его убью, Сакайра. Сейчас его убью, Сакайра. Смотрите, смотрите, прикол. Погнали! Я не кидал, я не кидал, я не кидал. Давайте на ножах. Я хочу, чтобы он меня мочкнул раз и понял, что у меня больше хп. Ага, коснул. Ну как он не убился? Стоп! Кажись, он понял, что что-то тут не так. Подожди, подожди, ко мне только дошло. Дорогулечки ты мои, иди сюда, иди сюда. 109 урона! Я себе включил чуть-чуть больше хп. Не, ну чуть больше хп. Ну, вот так чуть-чуть, вот так щепоточку больше хп сделал. Какое больше хп, тупоголовый? Какое больше хп? С чем мне играть? Он мне все оружие позабирал. 109 урона, какое больше хп? Какое больше хп, ребят? Ну это нечестно, ну любите лайк, если это нечестно, ну. Мне надо больше хп. Мне надо больше хп, он пишет. А то могу проиграть. Смотри. Он говнючело запушил меня. Ребят, ну правильно? Разработчики надо чуть больше хп, а то мало ли вдруг я проиграю. Это что, мимикрай придется отдавать? Как мне его себе забрать? Как мне его себе забрать? Подожди, подожди, как мне его себе забрать, братва? Ща будет тактика пук. Сейчас будет тактика пук, пишет. Это что такое, нахрен? Что такое пук? Я надеюсь, он про эту тактику слышал раньше. Ле-л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 е. Жестко. Давай, давай, покидайся, тупоголовый. Ничего, он буду тоже видеть сквозь дым. Ребята, тактика пук. Я сейчас буду так бегать просто по кругу, по пункту Б. Интересно, сможешь меня замочить или нет, как думаете? Это что такое? Это что такое? Просто так бегаю по кругу. Главное, ребят, чтобы не зависеть, ну так. Давайте прыгнем, посмотрим, что там. А что, забалась? А что? Я говорю, это как-то... Смотри. Зад, высокие прыжки прям в тему. Чекайте, вообще ничего не видно. Катка забагалась! Что? Я немного навонял. Надеюсь... Вы не против. Ладно, я под смог поставлю плен. Я немного навонял, надеюсь, вы не... Он заплентил? Тихо. Целюсь на бомбу. А, тише, тише. Блин, пацаны. Он еще может меня забрать, отвечаем. Так, давайте. В дыму дефьюзим. Целюсь на бомбу. Да! Изи, изи, изи. Оп, 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 оп. Давай! Ай! Говнючило-то какое! Не, слушай, ну он все-таки не нуб. А че у него по рангу? Дайте посмотрим. Че по рангу, если трохи, а ну-ка. Изи, 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 мой мимикрай, тупоголовый. А, он даже калибровку не прошел. Ничего себе. Слушай, ну я, учитывая КД, я думаю, у него какой-то высокий ранг, да? Так, ребята, счет 6-5. В этом раунде я беру... Давайте возьмем... давайте возьму спас. О, спас и засяду в ребрах. Я просто похлопаю.
Ладно, знаете, что я сейчас сделаю? Я этого тупоголова через Тёмку обойду. А давайте я над ним прикольнусь и напишу. Напишите, я перхоть или получите бан. Напишите, я перхоть или получите бан. Я перхоть. Он пишет, я перхоть. Не бань, пожалуйста, я перхоть, я перхоть, я перхоть. Ха-ха-ха, он написал, я перхоть. Он что, опять стоит на респе? Все равно забаню. Все равно забаню, нет. Подожди. По причине вы перхоть. Вы сами признались. Он пишет, нет, прошу. Я не перхоть. Я вам обхожу, мужики, какой же я гений. Какой же я гений, пока этот тупоголовый разработчик реально. Пиши что-то, я его уже обошел. Так, все, ребят, поехали, аккуратненько, потихонечку. Уже я так хочу ему снести кабину, вы даже не представляете. Ля-ля-ля. Вот здесь. Проверочка, где он? Где он? Чего? А где он? Он заплентил? Не найдешь меня тут никогда, клоун. Так, я видел, он на пункту Б. Блин, ребят, я бы хотел вот так на нож посадить. Я не знаю, выйдет или нет. Давайте попробуем. Разочек, была, не была, просто. Хэштег, ребята, киберспорт. Прифайл, я вместе чего гашу. Я слышал, он где-то целится. Прям на голову навелся. Ребята, я киберспортсмен! Раз, два, три. Чего? Откуда он знал, что я там? Я вас ненавижу, разработчик! Вы хотите стать разработчиком? Сейчас он напишет «хочу», а я ему напишу «хотите дальше». Да. Откуда инфа? Пошли в жопу. Откуда инфа? Хотите или нет? Ну вы хотите стать разработчиком? Ну в конце до концу. Вы хотите стать разработчиком? Да, хочу. Хотите дальше? Хотите дальше? Ой, булечки-то какая. Тупоголовое существо. Так, ребятки, в этом раунде я беру... Я баганный план делаю. А то берется возьму, это чисто... Он же заплентил! А кто тебе разрешал? Забагал плент. Убегаю, забагал плент, убегаю. Это кто тебе разрешал? А он думает сам умный. Он думает сам умный, да? Все, плент забаганный, вон сверху, ребят. Ща мы, ребятки, его обойдем. А он думает сам умный, сам беспаленный. Заплентил там и решил запрятаться в доме. Братик, здорово, ты тут? Ё-моё, я нубосос! Так, ребята, счет 6-6. Какие береты! А как дефать? Тупорылый, я забагал плент, Смотри, не может найти. Блин, а где он заплентил? Я реально не могу найти. А где? Вы видели? Там даже не было вида плента. Сосать! Настало времени. Горящий пуканчик! И знаете, почему будет горящим? Потому что я беру моллик. Гони мимикрай. Гони мимикрай. Ой, зря ты так. Обзывать-то разработчика нехорошо. Осталось 3 раунда, у меня будет мимикрай. Он тут, я отвечаю вам! Так, все, он ко мне не пройдет. Что такое? Ха-ха-ха! Это я жестко полюсь или нет? Че? Ой-ой-ай! Ребята, по брейну бросай раскид. А как? Смотри. Да, сюда, найс. Чё там? Блин, забрал меня. Изи, га. Еще сам сгорел, ходал ну. Не сгорел. Давайте-ка я в этом раунде возьму хаешечку. Хаешечку возьму и, конечно, возьмем М4А1. Почему все, кто играет против Ситрохи, такие боты, Риля, дядь? Риля, подожди. Я играю по брейну. Я не знаю, к чему это, но просто написал, я играю по брейну. Тише. Ха-ха-ха, забрал! Да! Вы играете не по брейну. Меня двойная хаешка убил! А где мои гранаты? А я раньше был главой Сосейнс, и поэтому я брейн. Вы играете не по брейну. Закрой рот! Где мои гранаты? Он пишет, закрой рот, где мои гранаты? А нема их, родной, нема. А я раньше был главой Сосейнс, и поэтому я брейн. Сосейнс! Мы играем по брейну, счет 8-7. Слушай, давайте мы сейчас просто так, будет тактика. Внезапная маслина. Он обходит. А он где-то тут, слышим? Ох! Он что, М40 взял против меня? Мужик, ты серьезно?
Ты взял М40 против меня? Не, ну ты что-то меня обижаешь. Сейчас напишу. Вы не против? Я выключу себе высокие прыжки, чтоб было легче вас выиграть. 8-8, ребята, 2 раунда. Мне 2 раунда выиграть. Что мне взять? У него эпка откуда? Почему у него не багается? Ладно, беру АК-12. Я стул сломал. Я стул сломал! А я включаю себе высокие прыжки, чтобы было легче выиграть этого. Ну, да, все, секрет. Смотрите на колесико. Все, ребят, включили высокие прыжки. Надеюсь, он не против. А если против, в принципе, все равно. Мама, дурак, где вы? Мне батя прибьет. Обалдеть, его нигде нет. Я себе включил высокие прыжки, его нигде нет. Так, он другой на пунта пошел. О, вот он. А, я... Ты че? Ага, нет, ребят, М40 это не мое. Че? Смотрите, смотрите, бежит, 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 бежит. Сейчас хаешкой по нему. Он нарушил правила, я на А. Все, я фастом на А ставлю, ребята. Он бежит, а у меня-то быстрее бег, чем у него, я его догоню. Откуда Атлант? Да как? Как сюда? А ну-ка. Сизи, тихо. Сейчас спрятался, он меня не найдет. Тише, вы видите? Он будет дефать, я его запушу. Смотрите, смотрите, угар. На! Он будет дефать. Через глаза! Вы это видели? Так, ну что же, счет 9-8. Сейчас все просто максимально по красоте. И давайте, ласту. Финальный раунд. Ох, видели вы сейчас его выражение лица? Видели? Я, все, я не буду играть в это говно. Я просто не зайду в стендов никогда. Что это за фигня? Че вы ржете, тупорылые? Он думает, как будто. Откуда инфа? Он что, софтер? Прикол в том, что даже наблюдателей нету. Так, ребят, ну че? Тихо. Все, он думает, что я ушел на второй этаж, а я здесь. Пусть он может пранкануть. А дай ему. Вот он, вот он, вот он. По мне инфы нету. Вы готовы к мега приколу? Я вижу тут. Раз, два, три. Чего? Вы сами видели? Вы сами видели, что его нигде не было? Мы это сделали, это просто будет, ребята, идеальная концовочка этого видеоролика. Пошел нахуй, разработчик! Если вам понравился подобный троллинг прямо сейчас, прожмите лайк, обязательно подпишись на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что это было просто идеально! Также подпишись на мой Twitch, сегодня там будет стрим, также на мой телеграмчик, сегодня пацаны 5000 лодички вам подрю, поэтому все нужны ссылочки в описании. Так давайте мы сейчас ему напоследок напишем, ждите бан и заканчиваем это видео. Тысячи таби! Ждите бан! Ждите бан, пишет тысячи таби! Засунь мими край. Очко. Ну что, ребятки, всем удачи, всем пока-пока.